Здравствуйте, мои дорогие! С вами Евгения Саженцева, психолог-практик, также богослов по образованию. Мы с вами продолжаем изучать тему НРЛ – нарциссическое расстройство личности. И разберем сегодня такую манипуляцию, как триангуляция, которую часто используют нарциссы. Что такое триангуляция? Это когда в ваших отношениях так или иначе присутствуете не только вы двое, но еще постоянно какое-то третье лицо. Причем это не обязательно так, что, например, вы встречаетесь с парнем и задействована еще одна девушка. Нет, это может быть, например, его мама, его бабушка, его сестра, кто угодно. Но у вас такое ощущение, что вас постоянно трое или даже четверо. Вот у вас нет ощущения, что вы с человеком вдвоем строите отношения. Потому что он постоянно вам говорит, например, что о вас та-то сказала, что тот о вас сказал. Он постоянно создает какую-то конкуренцию. Он постоянно через кого-то пытается вас вытянуть на определенные эмоции. Он пытается вызвать у вас чувство ревности, конкуренцию. Он хочет, чтобы вы были вот в этой игре. Причем третье лицо может на самом деле к вам прекрасно относиться, но нарциссу важно, чтобы за него все сражались, чтобы он был в центре внимания и ему от этого весело. Что он, например, одного стравит с другим, в гадости скажет за спиной про вас одному, потом тому же самому человеку скажет гадости. В общем, такой получается треугольник замкнутый, в котором нарцисс по итогу выходит сухим из воды, понимаете? Он может сделать так, что вы с кем-то будете, например, соревноваться или ругаться, вызовет вас кому-то ненависть. И потом скажет, а я тут вообще ни при чем. Я такой зайка-пушистик, который просто так ничего тут не делал, ни при чем. Хотя на самом деле именно нарцисс травливает людей для того, чтобы питаться вашими эмоциями, питаться вашей энергией и прикольно себе так существовать, как некий король, который в центре всего внимания. Вы должны не вестись на это, потому что очень легко на эти манипуляции скатиться и начать либо доказывать, что я лучше кого-то там, с кем он вас сравнивает. Или, например, начать действительно ненавидеть кого-то и думать, что ваши отношения рушатся из-за кого-то. Хотя на самом деле тот человек может быть вообще ни при чем. Что тот человек, которого он затягивает ваши отношения, точно такая же жертва его манипуляций. Понимаете, мы бываем так слепы, что мы склонны к тому, чтобы оправдывать самого нарцисса и начать ненавидеть вот это третье лицо, которого он приплетает в отношения. И надо понять, что именно нарцисс и является ключевой фигурой, которая делает все это зло, делает вот эти ваши внутренние состояния тревоги, и что вам из-за него плохо, а не из-за того, что, например, пришла какая-то девушка и разрушила ваши отношения. Подчеркну, что НРЛ нет гендера, и точно так же может поступать и девушка-нарцисс, вплетая в отношения сразу же несколько кавалеров, чтобы все ее добивались, чтобы все вокруг нее бегали, а она такая королева будет выбирать, кто лучше, и будет сравнивать, например, вот этот вот Петя мне сделал вот такой подарок, а ты мне ничего не сделал. Или, например, а в прошлых отношениях было вот так-то и так-то, и вы будете доказывать, нет, я лучше, да. Вот на эти манипуляции надо просто не вестись, их вовремя распознать и понять, что нужно заканчивать такие отношения, где вы присутствуете не двое,
а где постоянно какие-то треугольники непонятные. Вы можете потом очень удивиться, вообще, когда неожиданно раскроется такая правда, что про вас, например, никто ничего плохого и не говорил, что нарцисс может даже врать и говорить вам неправду, что, например, вот это человек тебе вот плохо относится, он про тебя вот так вот сказал, понимаете? Просто нарцисс для чего это делает, вот, например, когда такую манипуляцию производит? Чтобы самому казаться хорошим, да, например, высказать вам какую-то критику, и при этом при всем, что вы же про него-то плохо не думаете. Вы начинаете плохо думать про другого человека, хотя он тут вообще ни при чем. И нормальный человек не переносит вот эти слухи, даже действительно, если кто-то что-то сказал про вас плохо. И вы должны понять, что рядом с вами действительно больной человек, у которого НРЛ. И его вот эти гаремы, они будут всегда существовать. Даже если вот как бы вот это лицо уйдет из отношений, которые якобы у вас там портит ваши отношения, да, будет еще одно лицо. И нарциссу нужно, чтобы вокруг него был такой кипиш, чтобы все плясали вокруг него, да, и он этим питается. Вот этими эмоциями власти, контроля, в том числе и негативными эмоциями, и позитивными. Потому что он ненасытный, ему всегда всего мало, ему будет всегда мало одного партнера. Поэтому делаем правильные выводы, выходим из этих триангуляций и строим свою счастливую жизнь отдельно от нарцисса. А если вам нужна помощь моя как психолога, телефон в описании видео. Всем пока-пока.